Хотя, потому что если на меня упадет осквернение, хуй кто увидит. Ну да, ну, типа вот это, да-да-да. Короче, кого дальше практикуешься танчить тьму? Чтобы ни один я кисло, ни одним мы танчить тьму. Чтобы было дохера людей, которые тьму могут танчить. Вага, у кого нету, я в курсе, я сам их знаю. Только у одного человека нет. А, у двух. Двух нет. Двух человек только доступа нету, так что не парься. Эрдру и ДК. Они потом в око зайдут. Может, ЗС, а не ОКО? Не, лучше ОКО. Да просто 100% челик на ОКО есть. Ой, на ЗС. Не без разницы, куда идти, честно. Не голова, но ЗС. Т4, а Т5. Во, по линии голова нужна. Мне вообще пофиг, куда идти. Типа, я могу из целка похерачить. Точно не целка, не-не-не-не. Почему? Ты целка. Мы сегодня были в целка. Ну, а мы не были. Нужно как-то разнообразить трейд. Ну, я типа везде сегодня тоже. А чё у нас там народу на... на этого? Ну, ладно, не работает. Забейте. Так, чё я хотел-то... А, точно. Белорус, в любом случае, сегодня или завтра ты долутаешься, осколки ты пытаешься. Завтра будет РТ? Да, завтра последний РТ и до пятницы не... Типа вторник, среда, четверг и пятница, выходные дни. Что-то мне подсказывает. Сегодня ХМ закрыть и ЦЛК, а завтра ОКО с этим ЗС сразу и все. Не факт, можно сегодня, он, допустим, закрыть РС ХМ ЗС, там ОКО по-быстрому пронести, там нам неинтересно, блять, мы можем этот ЦЛК пронести быстро, если это продавать не будем и по-быстрому идти. Да и сегодня мы можем... Так ХМ еще не продаем. ...эту ХМ, ОКО и еще ЦЛК задеть. Не, первый квартал хотя бы. А завтра останется... можно выдвигаться будет быстрее. Да, выдвигайтесь, умойте. Да тут рейды. Сегодня главное РС ХМ-ку закрыть, а там рейды-то легкие. Что тот ЦЛК, что блядь, ОКО, что ЗС, без разницы. Там любым составом рейда практически это все закроется. Леша, скажи, пожалуйста, а если вы в ЗС пойдете, можно будет ли чувствовать? Да, ВЗ рейда завтра ЗС. Да будь здоров. Идут приоритет тех, кто ходит вечерний. Те, кто ходит ДВ-рейдить, у них приоритет меньше попадания сюда. Лёха, я туда пока у вас РС, пойду делами позанимаюсь, на ОКО приду. Ну или что там, решите. Okay. Адмирал, если что, в курсе, ему говори, он меня сразу позовет, если я буду в другом канале. Или где ВК крич? А, понял. Не, в другом канале, в моем, где типа ареновский. Я готов, но это я звук настраиваю. Адмирал, ты с кем аренишь? Он уже убежал. С кем? Не знаю. Погнали, Трэш. Удачи, объясняю тебе свою позицию по поводу тебя. То, что ты временно не можешь ходить до рейды, окей. Но... Первый рейд сформирован, какое-то количество игроков в первом рейде есть. Если эти игроки есть в сети, и они идут в рейд, я не представляется возможности взять в рейд. На каждый рейд рассчитано определенное количество игроков.
что тот трит, что тот закрывает и око, и ЗС. И ЦЛК, в принципе, закрывает. Да, там жайные проблемы, конечно, во втором рейде, но ничего. Лича закрывают. Да там иногда не просто проблема. Этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе. Слово, будьте вы неладны. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Так, что за лаги? Кислый, даже не думал. Про что? Ну ты так красиво подошел, как будто уже собирался откидывать. Нет, я одного сагрил, а ты хочу с другого. Ну я ж сразу и забрал. Я переключился с другого, чтобы не набивать на том же самом. Как делают наши варлоки. Бьют, блять, пока, блять, он это не так делает висрейд. Я свечу таргеты, только потом, танки свечуются тоже. Получается, танки свечуют всегда, вспомни это. Ну, и знаешь, я один раз в таргет танк свечнусь, а потом уже поломан.
Можно без команды полечь. Карина нет, не тестил. У меня ее нету. Я думаю, обычные статы будут лучше. Я, кстати, в свету, нет? Да. Ее, по идее, там сейчас пофиксили, она должна хитить. Восемнадцать процентов. Его что? Это точно Тромбо? Нет, не из гидроса тринка. Какая, чё, в чем у вас проблема? Да, фонтан света. Бля. Заткнулись. Первый Нурглет, второй Коват, третий Греч. По хилам, пожалуйста, распредели, чтоб мы не запутали. Алина, Нурглет, Кирс, Коват, Элбрил, Гречка. Греча, ты тут? У нас еще одна гречка есть? Греча, спекайся в танка. Ты три с последнюю копию забираешь. Артемия. Гуляй. Здесь произошли страшные события. Коник. Коник, все готово. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите
Коника, бог простит, а пианист запомнит. ГП начислил. Кават. Слышишь? Да. А, когда будешь отдавать 50 на 50 и будет ревностный пробовать, говори, хорошо? Ага. Ну, я обычно 50 на 50 отдаю перед первым лезвием, когда начну. Можно рыбу? Еще поставлю. Кирс, адмирал, гифка, тьма, ёлка, Алина, свет. Первая пати тьма и кават. Чего? Я снова тьма? Кто этот? Может, дцеп свет? Не, как дцеп лучше свету, намного полезнее. А холик во тьме полезнее? Это да. Холик в соло может танка прохилить, а мне тяжеловато. Поэтому у вас внизу трое. Ну просто обычно я с Элбрилом внизу и к нам еще одного шамана. А Декс у нас свято остается почти всегда. Ладно, я убрал тьма, адмирал свет. Если Нурглет упадет, то будем что-то. Все готовы, вы. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Зубы упаковат. Вы найдете лишь страдания.
Заходите. Заходим. Заходим. Крути. Лучше пройдем с лишним. Скажите, когда заходить тут, ребята. Жди, жди, жди. Заходи. А ты не наверху ли остаешь? Я наверху, я говорю, ребята остались, как мобов добивать. Они уже зашли к вам. И вышли. 55. Стоп. 53. Ждем слежи. Переводим. Свет, стоп. С полностью стоп. Небеса в огне. Полтос сюда. Свет, не гоним, не гоним. У вас пятеро там внизу? Во тьме пятеро. А вот, когда можно будет зайти, скажешь, Фарад зайдет. Заходи. Старфол. Огонь на мне. Сейчас можно? Да. Стой на месте. Девку БР быстрей. На другой стороне лежу. Сейчас жди тогда. Скажешь, как можно будет зайти к ват? Можно заходить сейчас. Быстрее БР. Еще БР. Мы народ БР не перетянул. Сейчас подождите, Марк. Амир, тотем. Хил. Заходить. А вот только аккуратнее лучше зайти. Тьма, стоп. Вижу. А нет, свет надавили. Бьем, 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 бьем. Пианист. На лезвие отдам полтос. Семьдесят, может, свет подожмет. На стоп, свет, Гера.
Добиваем оба. Лучер на ком-то. Пианист. Ооо. Удар. Блин. Ну окей. Вага ГЦ. Роли по старинке. Дождался. Наконец-то. Сейчас ГКД поймал, когда выносил. Я вошел во тьму, на меня сразу лужа, блин. Мейн спек, тапочки, ханты. Оп, спек, шаманы. Если ты где? У меня ресницы. Мы в итоге куда, в око идем? Что здесь? Предлагаю голосование. Наручи, мейн спек. Сразу трейд кидает. Тысячу голды, давай. Ладно, тут трейд кидает. Я так понимаю, мы идем в око и ставлю в огрепорт, там придет. GovZS. Предлагаю голосование, целый, да, этот лет. Дождите, мейнспек чашку рольте. И все? Один ролик. Санте, Долорес. Кого выше? Долорес. Долореса? Окей. Mm-hmm. Заберешь Долорес. Блин, а с Джайной не такая же? Плюс-минус такая же. С Джайной сильнее, но времени меньше. Так, один в один. Пианист. Алло. 97, накинь ему еще. Там, а, да-да-да. Я поэтому. 97, да, накинуть еще? За че? В око пошли. Че, Лех, мне тогда на магии или курить? Пока кури. В око, потом надо не в гримар, а в шатрат. С чего бы? Прыгаешь в огре, прыгаешь в выжженные земли, проходишь через портал, и ты почти около ока. С одного портала ты предлагаешь прыгнуть в три. Блять, сколько лететь от шатрата и сколько тут секунду прогрузиться. Там лететь три раза дальше от шатрата. Лётка 310 будет так же. То, что шатрат находится в запределе, не значит, что это ближе. Ты куда мы в око, да? Сейчас ход тебя тоже там, как тогда... Минус голда. У нас, блядь, гнома превратил, и он даже в инст не мог зайти. Гном, это еще хорошо. Не хочу в инст. Ой, блядь, чуть нет. Френдику хотел начислить ЕПшку и открыл через гильдейский, и там чуть не исключил. Вместо того, чтобы открыть окно ЕПГП и начислить.